Севастопольские спасатели провели открытые уроки для школьников. По случаю Всемирного дня гражданской обороны, который ежегодно отмечают 1 марта, сотрудники Главного управления МЧС России по нашему городу провели во всех местных образовательных учреждениях интернет-викторины и конкурсы на знание действий в чрезвычайных ситуациях, а также квест «Юный спасатель». Среди кадет в нем приняло участие 112 ребят. Детям и подросткам рассказали о правилах поведения при ЧС, о средствах и методах индивидуальной защиты и о том, как избежать бед в быту. Также, знакомясь с тематическими видеороликами, ребята узнали о функциях и задачах МЧС России. Занятия, посвященные безопасности 1 марта, также прошли и в Севастопольском музее гражданской обороны «Подземный Севастополь», сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу.